Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Галерея «Прогресса» стала первым частным учреждением, закрывшимся из-за коронавируса. Владельцы галереи приняли такое решение, несмотря на тяжелое финансовое положение, рассказал директор Дмитрий Шиляев. Онлайн это как-то будет деятельность происходить, но в каком объеме пока непонятно. Примерно до 26, а там уже дальше будем смотреть. Мы всегда приходили максимум к нулю, а постоянно все 10 лет к минусу. Поэтому то, что сейчас происходит, у нас еще это более ситуация серьезная в плане материальных отношений, потому что затраты-то никуда не делись. Но учитывая как бы ситуацию, мы решили приостановить деятельность. В Кирове в обычном режиме продолжают работать кинотеатры, кафе и рестораны, тренажерные залы, медицинские центры и другой бизнес. Многие приняли меры для защиты клиентов и сотрудников. Некоторые кассиры в магазинах используют перчатки при работе с деньгами. В заведениях появились санитайзеры и влажные салфетки. Некоторые кофейни перешли на одноразовую посуду. Банки начали продвигать свои онлайн-услуги. Рост ощутили компании, которые занимаются доставкой продуктов и готовой еды. А в Нью-Йорке Метрополитен Опера уволила весь оркестр и хор, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Такой пункт в договорах с музыкантами существует с 60-х годов и ни разу не применялся. Программа «Экономика». Налоговики предлагают общаться с ними через интернет, чтобы избежать вируса. УФНС сообщает, что работает в штатном режиме, но гражданам рекомендуют взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно через сайт налог.ру и через электронные сервисы, личные кабинеты налогоплательщика, юридического лица и физического лица, также индивидуального предпринимателя, через сервисы обратиться в УФНС России, часто задаваемые вопросы. Наиболее востребованные услуги, которые доступны через интернет, это подача декларации по форме 3 НДФЛ, получение справок о состоянии расчетов с бюджетом, актов сверки, выписок из госреестров. Экономика на 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. Чтобы обновить гаджет и заполучить свежие технические разработки, теперь не ждут, когда сломается старый. Предложение Trade-in от салона Fresh Store избавит от необходимости хранить уже ненужную технику и даст возможность получить скидку на новую. Распространяется это на всю технику Apple. В салоне Fresh Store могут оценить старую технику и на такую же сумму уменьшить стоимость нового смартфона. Кроме того, на месте можно перенести всю информацию на новый телефон и убрать со старого, чтобы сведения не оказались в чужих руках, и установить все привычные приложения. Салон Fresh Store находится на Герцена 87А в центре города напротив ТЦ G-Mall. Здесь можно приобрести любую технику Apple, от часов и наушников AirPods до MacBook'ов, а также подобрать аксессуары, комплектующие и при необходимости сдать устройство в ремонт. Яблочные новинки и комиссионные предложения. Fresh Store на Герцена 87А. Индивидуальный предприниматель Борцов Юрий Сергеевич, ОГРНП 312-43-45-29-8-30-34. Экономика. Завершение в валютах. Доллар уже стоит больше 80 рублей. 80-16, евро 87-27. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ.